Сегодня хотела на заставку поставить вот это, но оно у меня в экран берет, там, блин, только 22 буквы видно. Надо уменьшать, значит, как картинка делать, как фотография. Расширение так поменять. Ну, все, мы готовы. Там видно вам? Смотри, Сергей, мы видим пока первый только слайд. Да. Ага, ну, в общем, что по этому слайду говорить, это название рекрутинговой компании. Так, которая... ну, нет, ты командуй, команда, я же не... Да, я тебе буду говорить, ага. То есть компания идет 14-15 каталоги. Сразу хочу сказать, что люди, которые зарегистрированы были раньше, даже если они были стартерами, они не являются участниками этой программы. То есть если кто-то зарегистрирован на прошлой неделе в четверг, там в пятницу или в субботу, они под условия новичка рекрутинговой программы не попадают. Но они могут приглашать. Да, они могут стать приглашающими спонсорами, что достаточно круто. Вот, то есть в этой рекрутинговой программе есть возможность получить продукт, который, скажем так, сейчас имеет особенности по продаже, это туалетные воды, да, то есть которые мы можем легко продавать, легко покупать у компании, но в как бы введена на них сертификация отдельная еще. Вот, у нас есть продукт, который дает возможность познакомиться с нашим портфолио в виде гарантированных наборов подарков, каждый из которых имеет стоимость выше 2000 рублей, да? И у нас есть такие подарки, которые нравятся абсолютно всем, это живые реальные деньги. Момент, связанный с денежными суммами. Для получения любого подарка как новичку, так и приглашающему спонсору, не обязательно быть индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Достаточно, то есть что нужно? Нужно быть старше 18 лет. То есть все участники, и спонсоры, и новички имеют возрастной ценз 18+. Да, вот это вот важный момент. И второй важный момент, у этих людей должен быть рабочий электронный адрес, электронной почты, и должен быть, обязательно они должны пройти верификацию. Вот. Почему я говорю, что 18+, потому что, ну, это требование законодательства, да, что как бы дееспособные, да, да, Сергей? И новичок, вот, который только вошел, тоже должен сразу верификацию иметь? Нет, к моменту, если вот он, смотри, у нас получается, что для новичков розыгрыши по итогам каталога. А. Вот если новичок выиграл денежную сумму, он видит свою фамилию в розыгрыше, то к этому моменту ему нужно проходить верификацию. Понятно. То есть не с момента верификации, нет, а именно для получения денег. Для участия как бы просто в не обязательно. Ну, то есть если он, допустим, участвовал, но не получил ничего, в принципе... Не обязательно. Все, я понял. Да. Когда он выйдет на уровень 9% или захочет получать объемную скидку от команды, тогда, естественно, по общим правилам ему нужна верификация. То есть вот здесь вот очень важный момент, смотрите, обязательно проверяйте, сколько лет новичку вашему. Да, то есть новичок должен быть 18+. Вот. Ну и, как я уже сказала, подарок, который нравится всем, это... Деньги, которые компания выделила в миллионах рублей, это реально в миллионах рублей. И давайте посмотрим поподробнее по каждой из категорий наших партнеров, которые могут заработать эти деньги. Давай, Сергей, листай, начнем с новичков. А, здесь, да, ага. Смотрите, как работает эта программа. Наш новичок приходит и в течение 3 дней с момента регистрации, то есть день регистрации не считается. Вот, например, сегодня у нас с вами какое число? 5, да? Значит, 6, 7, 8, у него есть 3 дня. А то есть разместить... считается с нуля часов? Ну, как? Естественно, с нуля часов следующий день считается. Не, ну вот сейчас, допустим, 21, а считается с нуля 6 числа, да? Или как? Да, с нуля 6 числа. То есть 6, 7, 8 полностью сутки, вот сколько они есть. С нуля до 23, там, 59 и 59 секунд. Да? Вот, то есть не то, что там 72 часа с момента регистрации, нет. День регистрации плюс 3 дня.
Значит, размещение единовременного заказа на 1000 рублей, и в этом же заказе у него будет сначала добавлено 149 рублей, потом минусовано. А. Да, то есть, то есть плата за регистрацию не взимается. Вот. Следующий момент. Если наш с вами новичок делает сразу же единовременный заказ на 50 баллов бонуса и оплачивает его, вот этот новичок дает право спонсору участвовать в розыгрыше подарков и призов как приглашающему спонсору. Заказ на 50 баллов не обязательно должен быть первым заказом новичка. То есть это может быть заказ, сделанный и в первый день, и в 20-й день с момента регистрации. То есть важно, чтобы он уложился в 21 день, и заказ был единовременный. Да, да. В этот самый заказ ему будет вложена туалетная вода. То есть вот заказ на 50 баллов, сразу же в эту накладную. Да, сразу в этой накладной в единовременном заказе проходит вот такой вот подарок. Классно. Да? То есть это... Следующий. 21 день с момента регистрации наш человек проходит первый шаг стартовой программы. Он делает заказ на 100 баллов бонуса. Ему вкладывается подарок за первый шаг стартовой программы. Особенностью этого подарка является, что он ему идет не за 199 рублей, а за 0 рублей 0 копеек. Туалетная вода, Possess Secret. То есть он его получает просто в подарок. То есть таким образом новый консультант, который приходит только к нам с вами сотрудничать, он экономит 149 рублей регистрации. И больше, чем на 4000 он получает от компании подарков как бы в виде парфюма, да, два парфюма больше, чем на 4000 рублей. И вот все новички, которые у нас прошли первый шаг стартовой программы, по итогам каждого каталога попадают на розыгрыш денежного супербонуса. То есть, как это будет проходить? Вот закончился 14-й каталог, все, кто за 14-й каталог стали кушками, они попадают в розыгрыш. Вот там будет у нас календарь с вами, да, они попадают в розыгрыш. Начинается 15-й каталог, все, кто стал в 15-м каталоге кушки, по итогам 15-го каталога в начале 16-го участвуют в розыгрыше денежных бонусов. Понятно? Только, кюшники. Только кюшники, только 100 бальники, скажем так. Да, понял. То есть... Если у вас новичок зарегистрировался там, не знаю, в субботу 15-го, в закрытие третьей недели 15-го каталога и ничего не сделал, он там может претендовать, наверное, только на бесплатную регистрацию. То есть, да, трое суток прошло, вот под этот критерий он еще попадает, а уже ни на подарки, ни на какие, ни на что он уже претендовать не может. Он еще получит свой подарок, да, за 50 баллов и получит подарок вот по этой стартовой программе, но на денежный бонус, на розыгрыш он уже не попадет, потому что в 17-м каталоге у нас не будет розыгрыша денежных призов. Вопрос, который мне задают по поводу следующих шагов стартовой программы, второй, третий, четвертый шаги, там все идет по стандартной схеме, то есть 199 рублей. Ну, хорошо, нормально. Так, Сергей, давай дальше. Следующий слайд у нас. Так, все равно немножко это. Сейчас. А он, слушай, любит подвисать у нас. Так, это я не беру. Так, вот. Нет, все правильно, правильно. Лена, следующий. Вот. То есть по итогам каждого каталога будет разыгрываться для новичков, выполнивших первый шаг стартовой программы, вот такое количество денежных 10 призов по 10 тысяч, 3 приза по 50 тысяч и 1 приз по 100 тысяч. Это вот денежные призы для кушников. Ага. Серьезные деньги. А как их забрать потом вообще? Значит, смотрите, как эти деньги будут получать наши партнеры на... вот смотрите, почему нужна верификация и действующий адрес электронной почты. После того, как будут объявлены итоги, каждому партнеру будет приходить пакет документов на электронную почту, который нужно будет заполнить. То есть это документы будут юридического характера, что он там от нас подарок принимает, да,
И второй будет документ – это указание реквизитов банковской карты, на которые будут перечислены эти деньги, как путинские пособия. Так. И что очень важно, налоги уже будут оплачены. Да, налоги будут оплачены, это не обязательно должна быть карта МИР. Да-да. Понятно? То есть это может быть любые банковские реквизиты. Вот, поэтому здесь после того, как человек увидел свое имя в эфире, да, «Доброе утро, Катрин и Виктор», соответственно, он проверяет электронную почту, которую указывал при регистрации, скачивает нужные документы, заполняет их, отправляет в специальный отдел, который будет заниматься выплатами. Понятно вот этот вот момент? Да, да, абсолютно понятно. Да. Вот, это то, что касается новичков. Давай, Сергей, дальше. И еще вот последнее время за доставку почему-то на дом, да, ну, долгая оплата проходит. Ну, здесь она проходит потому, что сначала проходит инкассация транспортных компаний, то есть они из курьеров собирают деньги в свой банк, и уже их банк делает перечисления в Oriflame. То есть это, ну, межбанковские платежи. Но насколько долго это, как бы, насколько я знаю, это может быть от 3 до 5 банковских дней. Это, видимо, Сбербанк. Что раньше быстрее было. А? Это Сбербанк у тебя? Нет, это вообще про всех я спрашиваю. Не знаю, какие там банки. Ладно, потом мы с этим разберемся. Этот, идем вот, дальше, то есть, да? Если, да, то есть если подытожить, вот коротко сказать, что у нас получают новички, бесплатная регистрация, если заказ на 1000 рублей по ценам каталога в течение 3 дней, подарок на 50 баллов, подарок за единовременный оплаченный заказ на 50 баллов, подарок за 100 баллов в течение 21 дня и возможность принять участие в розыгрыше супербонуса. Так, это вот для наших новичков. Идем дальше. А супербонус, сколько получается супербонус? 10, я давала 50, там несколько. А, вот 10? Эти вот 3. Да, да, да. Вот, соответственно, каждый новичок-новичка с 50-балловым заказом дает возможность своему спонсору участвовать в розыгрышах уже на условиях приглашающего спонсора. Значит, приглашающего спонсора важно разместить в том каталоге, в котором размещают его заказы новички, свой личный заказ от 50 баллов. Да? То есть от 50 и выше. И, соответственно, вот на той неделе, на которой прошел у тебя заказ новичка, и он оплачен, то есть прошел заказ, и видно, что он оплачен, на ближайший розыгрыш приглашающие спонсоры получают возможность получить денежные призы или гарантированные наборы продукции. Uh-huh. Вот. Да, так, если же наш новичок сделал заказ на 100 баллов бонуса, то по итогам каждого каталога, так же, как у новичков со 100 баллами, у новичков со 100 баллами есть еще один розыгрыш. Понятно вот это вот момент? То есть розыгрыши есть каждую неделю за 50-бальников. Каталог, по итогам каталога закрытого, розыгрыш среди приглашающих спонсоров за кушек. Даже если ты получил за своего новичка деньги, как приглашающий спонсор, когда он сделал 50 баллов, тот же самый новичок, когда становится квалифицированным рекрутом, дает тебе возможность участвовать в розыгрыше 100 бальников. То есть это не два раза. Это у меня, вот этот у меня вопрос и был. То есть если он сделал 50, я участвую, а потом он вдруг решил сделать еще 50, ну то есть получилось 100, я еще раз участвую. Да. То есть, соответственно, приглашаемому спонсору выгодно, чтобы его новички проходили сразу первый шаг стартовой программы. Я вообще-то думал, что будет все-таки один раз. Ну, я бы так сделал. Один раз. Ну, видишь, я здесь... Ну, тут Oriflame, что говорить. Ты мне за 50 будет баллов будут участвовать, ты будешь участвовать. У тебя новичок 50 баллов сделал, ты участвуешь в розыгрыше денежных подарков. Он 100 баллов сделал, и ты опять участвуешь еще раз. То есть он делает 50... Если он сделал на 50 баллов, ты получаешь гарантированный подарок и розыгрыш.
Когда он тебя... Но... Я думала, только за 50 баллов я подарки получаю. Я тоже так думал. А тут оказывается... Арифлейм, ребята. Да. Лена, когда он делает 100 баллов... Лен, когда он делает 100 баллов, он еще раз участвует в розыгрыше, вот там 10, 50, в этих, да? Нет, так он участвует один раз, как кюшник. Он участвует... Нет, новичок у нас в денежных... Новичок в розыгрыше денежный. Спонсор. Спонсор два. Спонсор может участвовать два раза. Классно. В еженедельном розыгрыше каждую неделю, которая проходит. И в розыгрыше по итогам каталога за квалифицированных рекрутов. То есть очень выгодно делать кюш. Еще можно вопрос? Еще вопрос у меня есть. Да. Ну, а если да, он давай. По итогам каталога 100 баллов сделал, а в течение 21 дня? Какая разница? Ну, пожалуйста, ты просто ты будешь участвовать не в этом каталоге, а в следующем. А еще смотрите, вот мне заинтересовал насчет подарка вот этот секрет-то позас, да? Если она делает, доделывает 100 баллов, грубо говоря, у нее сразу она в подарок встает? Или оплачиваешь, да, и в следующем каталоге она в подарок встанет? Нет, требование, понимаешь, требование в том, чтобы... Заказ, в котором идет подарок на 100 баллов, был сразу же оплачен, такого нет. Угу. То есть, если сделала заказ на 100 баллов, то есть уложилась раньше, то раньше прошла программу. Если у нее он раскинулся на 2 каталога, то на 2 каталога. Не, ну этот же подарок за 100 идет как стартовая программа, то есть по итогам каталога, закрыл за каталог и в следующем по итогам каталога, да. Просто она идет бесплатно, не за 199. Да, да, она идет бесплатно, да. Да. Так, идем все дальше, понятно. Друзья. Идем дальше, то у нас время уходит. Идем дальше, да. Угу. Так, ну, набор. Давайте, они... время. Ну, вот они, наборы. Наборы шикарные. Я хочу сказать, что у нас в чатах есть отдельная прямо картинки по каждому из наборов, что в него входит. И наш любимый тренер по продукции Наташа Раткевич рассказывает об этом. То есть вы можете скачать вот эти вот кружочки, по своим командам, да, то есть сделать, потому что она очень хорошо рассказывает про составляющие этих наборов. Ну, что наборы на самом деле шикарные. Здесь под... очень крутые, и цена на эти наборы тоже от 1700 до 4 с лишним рублей. Так вот, по-хорошему. То есть получается, что наш наставник гарантированно получает подарков, ну, очень даже на хорошую сумму. Да, да, есть... да. Ну вот. Так. Так что вот такие вот подарки. И вот, как я уже сказала, каждую неделю вот такие вот бонусы. 10 по 10 тысяч, 10 по 50 тысяч и 5 по 100 тысяч. Если у тебя на этой неделе, там 3 новичка, 4 новичка, то твое количество строчек в розыгрыше равно количеству твоих новичков. То есть, соответственно, у тебя на получение этого денежного бонуса ну, гораздо больше, чем если у тебя там один-единственный новичок, да? Вот. Я хочу сразу почему-то 100 тысяч выиграть. Сразу 100, ну, правильно. Почему-то я тоже. Да. Но я еще миллион хочу. Я вот, хочу. Ну, про миллион тоже поговорим, да? Вот, давайте дальше. Вот. Идем. Вот, это за 100 бальников раз в каталог. Да? Для то есть раз в каталог, 10 по... 10, 4 по 50 и 2 по 100. Это ежекаталожно. Так, приглашающие спонсоры что у нас получают? Один из гарантированных призов до 50 баллов. И каждую неделю участие в розыгрыше. И по итогам каталога тоже участие в розыгрыше. Это получают наши приглашающие спонсоры. Вот, для старших менеджеров. Для старших менеджеров, значит, какие условия? Первое условие. Это личный заказ от 150 баллов обязательно. Уровень объемной скидки не ниже 22%. То есть подтверждаем, да? Ну и за всех новых рекрутов твоей персональной группы с оплаченным заказом ты можешь претендовать на денежные призы. Не только за личных. Не только за личных. Но и за всех, которые хотят твои люди. Давайте еще посмотрим. Еще раз, пожалуйста. А вот давай ты дальше листай, я подробнее расскажу про это. А, давай. Вот. Вот смотри. Значит, каждую неделю,
каждую неделю будет проходить розыгрыш для старших менеджеров. 20 призов по 10 тысяч, 10 по 50, 5 по 100 и 1 миллион. Сколько у тебя в персональной группе за эту неделю, ну, а точнее, это раз по понедельникам, значит, за предыдущую, сколько у тебя будет рекрутов с 50-балловыми заказами оплаченными, столько раз твоя фамилия будет в розыгрыше. То есть персональной группе. По структуре или личных? По структуре. Нет, по структуре. Все понял. По структуре. То есть, вот, например, у тебя по итогам первой недели, вот в понедельник будет на следующей неделе первый розыгрыш. Вот если у вас будет, например, по итогам этой недели там 10 новичков с заказами 50 баллов, которые к понедельнику будут оплачены уже, да? Ваша фамилия будет 10 раз в розыгрыше. Понятно? Следующая неделя. У вас еще там 20. Ваша фамилия будет 20 раз и так далее. Вот такой вот механизм. Поэтому, Сергей, я думаю, шанс получить миллион очень даже реальный. Угу. Ну да. Так, идем дальше? Идем дальше, да? Да, очень, очень надо. Вот, и по итогам каждого каталога, помимо еженедельных розыгрышей, идет супербонус за кушек. А, вот так вот. Угу. Да. То есть вот эти вот денежки по количеству кушек каталога разыгрываются. То есть среди старших менеджеров и выше берется количество кушек. И столько раз, сколько у вас кушек, ваша фамилия вносится в розыгрыш вот этих дополнительных ежекаталожных, ну, как бы ежекаталожных сумм. Понял. Вот. Понял. Так что вот такая вот механика. Каждую неделю 1 миллион рублей, каждый каталог вот эти дополнительные суммы. Да? То есть среди кушек. Не то слово. Очень круто. Вот, давайте подумаем, какие моменты могут быть непонятны, кроме возраста. Вот здесь вот, смотрите, вот у нас идут эти, как они, то есть понедельник вот это супербонусы, вторник и пятница денежные призы. То есть ближайший розыгрыш денежных призов, этих гарантированных призов будет в пятницу 9 числа. То есть наставники новичков с оплаченными к 9 числу 50 баллов заказами поучаствуют уже в первом розыгрыше. Закончится неделя, к понедельнику будет отчет и пойдет розыгрыш уже бонусов среди наставников. Ну, здесь да, механизм понятен здесь. Механизм понятен. Какие есть как бы непонятные места? Давайте подумаем. Ну, если, допустим, человек не следил за эфирами, как он узнает, что он, допустим, выиграл? Как-то этому будет извещаться? Смотри, это будет обязательно на сайте. И, кроме того, мы будем всегда ставить в известность директоров, чьи как бы спонсоры выиграли. Понятно. Это обязательно такая механика будет, но в первую очередь это официальный сайт Oriflame и региональный чат Telegram «Бизнес-территория Урал». Ну, я думаю, что найдут по-любому. Найдут по-любому, но, Ларис, я думаю, что если это будет слово «тюмень», то и я сообщу бегом-бегом. Да-да-да. Я имею в виду, что нам лучше рекрутировать, а не следить там за этими розыгрышами. Ну, хотя, с другой стороны, понимаешь, это тоже может быть каким-то моментом единения команды, когда там... Это мотивация, да. Да, да, да. Сели там с командой, провели планерку, посмотрели эфир. Да? Вот. Mm-hmm. То есть, ну, смотрите, друзья вот мои... Вот эти вот подарки, да, гарантированные. Mm-hmm. Ну, вот эти гарантированные подарки, они сразу же в этом же каталоге, да, встанут, как только они разыграются. Они... Знаешь, по итогам будут... каталога. Нет, они будут приходить, как тебе сказать, нет, они не по итогам каталога, они будут с ближайшими заказами после розыгрышей приходить, но здесь ситуация, что если мало ли какой-то одной составляющей не будет, то они могут немножко подзадерживаться до пополнения склада. Если же все составляющие гарантированных подарков в настоящий момент есть, то, как правило, там с момента... И до момента получения, ну, там, неделя, может быть, проходит. Ну, как обычно, вот в прошлом году была следующая поставка, да. Уже все получают.
Да. То есть, друзья мои, давайте смотреть вот какой момент. Два момента. Первый – это возраст нашего новичка, что 18+. И второе – это когда проходит единовременный заказ на 50 баллов. Потому что если, например, он делает заказ на 1000 рублей, а потом следующим заказом добивает до 50. Получается, что вы в информационном листке 50 баллов видите, а в розыгрыше он не участвует, потому что у него не было единовременного заказа. Поэтому ну, да. Здесь надо брать тетрадочку и писать. Здесь либо тетрадочку брать, либо уже с человеком конкретно договариваться, что давай я тебя, давай делаем так, вот ты сразу же на 2000 делай заказ, да, и регистрация, и сразу заказ на 2000. То есть ты и вот это, и вот это. И тебе спокойнее, и мне спокойнее, и один раз за доставку платить. Да, ну, вот как... и мотивация, что ты аромат у нас вкусный, классный. Да, смотри, ты сразу же получишь аромат, у тебя сразу же не будет платы за регистрацию, ты сразу же как бы мне сделаешь хорошо. Ну, с ароматом, да, то, конечно, это прям сразу с этим же. Ну, если рассказывать полностью все выгоды новичка, то про себя можно и не говорить. Да, то есть тут очень круто будет. Вот, смотрите, первый нюанс, который надо вам отслеживать как наставникам, и чтобы все ваши приглашающие спонсоры это отслеживали, это возраст и единовременность заказа на 50 баллов, и когда он был оплачен. Чтобы понимать, почему в том или ином как бы розыгрыше там не было наставника или не было там новичка. И вот здесь я бы, да, хотел сказать, что вот особенно это касается Сбербанка. Да. Тяжело идут платежи, поэтому следить за этим, то есть внимательно. Да. Вот. Ну и, конечно, всем спонсорам рекомендуйте делать на первой неделе каталога свои 50-бальные заказы, потому что заказ спонсора на 50 баллов, он для всех новичков, которые у него будут. То есть он один раз сделал заказ на 50 и более баллов, да? И, в принципе, этот заказ ему обеспечивает участие в розыгрышах всех последующих новичков. Это не значит, что на каждого новичка надо делать там по 50 баллов, по 50 баллов, да. И вот еще один такой тоненький момент. Если человек пришел, зарегистрировался, сделал свои 50, получил это вот, как оно называется? Ну, туалетную воду, да, водичку. И он сразу же может становиться спонсором? Сразу же? Тут никаких ограничений нет вообще. Все, понятно. Вот он, в принципе, сразу же становится спонсором, и все, он там приглашает. У него уже выполнены условия для того, чтобы его новички в розыгрышах участвовали. У него же уже прошел заказ на 50 баллов. А да? С верификацией как? Ну, верификация, видишь, нужна будет к моменту получения денежных бонусов. А, ну да, все правильно, все понял. Да. Вот. То есть он сразу становится спонсором и гарантированно получает свои вот эти наборы. Косметические продукты гарантированно получает. То есть для косметических наборов ему верификация не нужна. Ну и в принципе для розыгрыша не нужна. Как только увидел себя, быстренько беги в кассу, фотографируйся и вперед. Да. Фотографируйся и вперед. Вот, в общем, вот такие вот у нас условия. Надеюсь, что я донесла максимально просто и понятно, чтобы вы уже всем своим консультантам могли рассказать, как выгодно в эти каталоги рекрутировать. Да, то, что выгодно новичку, это прям вот очевидно. Но вот новички, они не идут сами по себе, их кто-то должен привести. Ну да, они этого не поймут, пока мы не расскажем. Да, совершенно верно, Сергей. Сергей, отключи, пожалуйста, пока запись. Я пока могу отключить, да, сейчас, где она у меня отключается, я знаю. Господи, у меня что-то экран, и ничего я не вижу. Вот, у меня показывает, что у нас заканчивается время конференции, давайте на какие вопросы мне еще вам ответить. Целых 6 минут еще, мне кажется. Да, есть 6 минут, я не могу найти эту кнопку. А вот... А, остановить. Запись, вот.